Добро пожаловать на очередное видео, ребята. С вами я, ученый Ренополде. И сегодня будем играть в Майнервейр на сервере Кубкрафт. Что же, погнали? Что же, мы начинаем. Майнервейр от Кубкрафта. Следуйте инструкциями и выиграйте большее количество мини-игр. Поджечь динамит. Мой есть! Я поджег. Поджигаем других игроков теперь. Ой. Напишите, с кем мне стать в следующий раз. Вот сегодня, например, я ученый. Кем мне быть в следующий раз, то есть, не знаю, варианты свои напишите. Мы подожгли его. Безопасно приземлиться на землю. О, вот это вот для меня очень трудное задание. Так что. Но я его попробую выиграть. Вообще я не снимаю ролики, потому что я занят очень важными делами. Ей, паровозик! Чу-чу-чу-чух-чу-чух! Следующий я буду паровозиком, хорошо? Вы ничего не видели, ок? Что же, продолжаем! Хардкорный паркур, да. Приземлиться на блоки слаймов. Сейчас. Ой, это будет. Сейчас попробуем. Есть! Мы сделали это! Это было довольно легко. Шифтиться. Шифтимся. Ходим. Мы все-таки подозрительные. Ходим. О, да, можно же прыгать еще. Ура, больше, чем двух игроков лидирует. Один из них я. Вы, конечно, сегодня вряд ли, но я попробую. Встать на алмаз. О, вот я на алмазе. Значит, так, предлагаю бегать вокруг. Потом в самый последний момент. О, шутки, кто не понимает. Запрыгнуть. Что так рано не убрали? Я думал, они его уберут, когда будет ноль. Ну, я не виноват. Но я все равно еще в топе. Собрать 5 изумрудов. Стоп, не воровать! Мои изумруды. Вы воры плохие. Есть, я собрал все изумруды, которые нужны были. Мы будем мешать другим, чтобы они не убили. Стоп, ха-ха, я вредный. Вообще, ну ладно, не получилось мешать другим. Я собрал... Ух, мы упали. Подойдите корову. Где сундуки? Он собрал все сундуки. Ах, он вредина. Ой, все сундуки. Все ведра. Они все ведра собрали. Это что за фигня? За него зато все... Ну, мы все равно еще на первом... на первом месте я. Только еще. Предлагаю мешать другим. И убивать их. Ой-ой-ой, помогите нам. Я сдох самым первым. Вы ничего не видели, окей? Я был в красной, давайте следить за другими. Ой, все, мы проиграли. Смотрите, сколько сил. Все, всех красных истребили, мы проиграли. Обидно. Что ж, ну думаю, если бы я один остался, я бы все равно не смог вывести нас в топ. Я уже на втором месте. Обидно. Толкать игроков в кактусы. Уйдите. Уйдите! Они... Что вы делаете? Не толкайтесь. Давайте за пацифизм не дружить будем, не толкаться. Вы видели? Сделать верстак. Выращиваем дерево. Отлично. Рубим его. И делаем верстачок. Это у нас... Это легко. Все. Мешать можно другим, но вряд ли. Ура, мы сделали верстак. Сделать башню 10 блоков длиной. Высотой. Ах ты мешать решил. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ах ты гад. Ах вы гады. Вы видели это? Что такое сейчас было? Царь горы. Ну это вот в эту игру почти невозможно победить, потому что... Ну, короче, побеждает только один в этом проблеме. Я выиграл! Я царь горы стал. Невозможно, я же сказал, невозможно победить, но все-таки победил. Одеться как манекен. Красные бутсы, синие штанцы, оранжевая футболочка и голубая кепочка. Все, наделись правильно. Ура, я... Как это? Я не знаю. Полота лава. Что ж, держимся на желтом. Стараемся держаться на желтом, да. Что? Вы видите, пол не стал лавой. Бак. Лол. Следуйте платформам. Пустите! Воу, погнали!
Помогите, я не успеваю. О, все, бежим, бежим. А это зеленый такой, бля. Все, изи. О, лабиринт, игра босс. Да, последнее наше задание на сегодня — это лабиринт. Я на втором месте, это замечательно. Так, можно делать? Да, отлично, так. А, побежали, нужно найти золотой блок. Он спрятан где-то в этом лабиринте. Ну, это довольно трудно. А, все, игроки теперь стали видимыми. Уже кто-то нашел. А, В, ну, он не в первом месте. Главное, чтобы мисс Режирование не находил блоки. И мне бы желательно еще один найти, да. А, бегаем. Это довольно скучная игра, но что не сделаешь ради того, чтобы победить? А, его даже не видно сквозь кусты. Может быть, если я буду играть с первого лица, то увижу его как-нибудь, возможно, частично. Не знаю, не, его не видно таким образом. Буду играть как раньше, ой, как по обычному. Кто-то еще нашел. О, мисс Геовани, нет, только не он. А, где блок? Где этот блок? ТП, я не знаю, как правильно читать его ник. Но он тоже нашел блок. А, помогите! А мне блок? Да ладно, он уже второй блок нашел. Что, третий? Это вообще как возможно? Он что, читак, что ли? X-Ray использует. Помогите, я не могу найти блок. А, где он? Где он? Там его нет. Тут это было там вот. Вон он там был. Да как они это делают? Как? А, давайте снова... Вы издеваетесь? Как вы это делаете? Напишите, что вы думаете по этому поводу. Такие они или нет? Фибас нашел. Да вы издеваетесь, сейчас у меня СТПТ... Блин. Понял, ник. А, обгонит. Помогите, дайте мне блок найти. Как они их так быстро находят? Все. Все, видите, я, короче, возмущаюсь их быстрым поиском блока. Где он был? Вот где он был? Ну все, 3, 2, 1. Это фейл, я на третьем месте, наверное, буду сейчас. Да, что же, я на третьем месте. Ну, третье место тоже неплохо. А мог быть на втором, если бы находил блок. Ой, ладно, продолжим блок. Ой, ладно, победить в Майнервейре довольно трудно, я это уже заметил. Я играю вообще где-то раз второй, наверное, так что, да, я еще нуб в Майнервейре. А всем спасибо за просмотр, с вами был я, Рнаполда. Всем удачки, всем пока!